Итак, ребята, а давайте с вами немного пофантазируем и представим, как будет выглядеть мир через, допустим, 100 лет. Может, изменится машина, дома, трамвай. Думаю, что все будет летать. Будет война людей против роботов. Роботы будут стрелять из автоматов, а мы будем из базуки стрелять. И того же, что там будут такие машины, колеса, которые будут вот так вот, и машины там будут лететь. И там будут мега-роботы и робокостюмы для самураев-иксов. Как вы думаете, роботы будут похожи на людей? И смогут ли они нас заменить? Как автомобили. И еще они будут убираться и делать уроки. Да, прикольно бы было, если бы все за нас делали, даже готовили. Будут собаки-роботы, кошки-роботы, белки-роботы. А трава будет коричневой.